ваше впечатление? Шикарный аксель, мне очень понравился. Получше будет, чем то, что я уже пробовал. Думаю, надо себе в зал заказать. Ваше впечатление? После 5 месяцев отдыха от спорта и от физкультуры вполне хорошо. Как гриф? Вот гриф мне очень нравится, наверное, субъективно лучший. Сцепление отличное. Хороший гриф. Если не по телу, короче, ты... Ну да, конечно. Направление розы. Как ваше впечатление? Хорошее. Понравилось все. Давно тянете акцию? Получилось. Давно тянете акцию? Да давно, у меня просто недавно перелом был руки. Поэтому еще не до конца восстановился. Как ваше впечатление от грифа? Хороший гриф, качественный. Только резочек не хватает. Кого? Резочек? Резок, да. Ну так хорошо. Спасибо. Короче, 220 килограмм. Роман Пинковский. Силач или слабач? Сейчас мы узнаем. Давай, 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 давай! Кто это у нас такой слабенький? О-о-о! Кто это у нас попал в слабачей? Вот так вот. 220 забаранил. Клох. Слабач. Короче, контент напилили нормально. Ты его не поднял, то ты уносишь. Сука. Убедил. Че, Роман, как впечатление? Я очень рад, что я попал в список слабачей старых. Помимо этого. Помимо этого, ну неплохой аксель скажем. Короче, после соревнований группа энтузиастов решила продолжить соревнования на нашем роллинге. 7,6 миллиметров. Просто оторвать ноги от пола и провисеть, правильно? Да, давай. Как ощущение? Нормально, круто, предплечье крутится. Прикольная штука. Что скажешь? Хороший снаряд.